Итак, в начале о новых авиаударах российских ВВС по базам боевиков в Сирии. Среди уничтоженных объектов так называемого исламского государства – узел связи, который обеспечивал взаимодействие между вооруженными отрядами в провинции Хомс, а еще склады с боеприпасами и лагеря подготовки террористов. Между тем, становится ясно, что западные политики готовы пересмотреть прежнюю довольно жесткую позицию по сирийскому вопросу. О происходящем в самой Арабской Республике и различных заявлениях, сделанных по этому поводу, Тимур Сиразеев. Кадры с беспилотника. На первый взгляд это просто лес. Но в инфракрасном излучении видны светлые пятна. Их много. После тщательного изучения всех данных аналитики делают вывод. В лесу прячут военную технику. Данная группировка техники, замаскирована была вскрыта воздушной разведкой. Получено подтверждение по другим каналам. И самолетами Су-25 был нанесен удар по уничтожению данной техники. Замаскированная в горной местности, вы видите нанесение удара непосредственно в цель. В результате полностью вся техника была уничтожена, включая бронирование. Замаскированные склады, командные пункты в глубоких бункерах, узлы связи, раскиданные повсюду, главные цели авиаударов. Чтобы рассекретить местонахождение этих объектов, используются новые способы ведения разведки, радиоперехваты и информация от сирийских военных. За последние сутки российская авиация сделала 25 вылетов. В результате уничтожено 9 объектов. На данных кадрах вы видите нанесение удара по складу боеприпасов террористов ИГИЛ, расположен в районе населенного пункта Тельбиса, это провинция Хомс. Серия вспышек свидетельствует о попадании авиабомбы в цель, в склад боеприпасов, что вызвало их детонацию. Причем, как вы видите на кадрах, что количество боеприпасов на данном складе исчисляется сотнями тонн. Здесь та же самая картинка вы видите с другого беспилотного летательного аппарата в инфракрасном излучении. Журналистов интересует, насколько точны удары, ведь самолеты летят на большой высоте, как правило, выше 5000 метров. И чтобы попадание было стопроцентным, используется высокоточное современное оружие – ракеты Х-29Л. Они оснащены лазерной головкой самонаведения. Когда происходит пуск ракеты, летчик подсвечивает цель лазерным прицелом, а самолет продолжает маневр. За 5 дней операции в Сирии все авиаудары, по оценкам военных, достигли цели. Как заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров, подробная информация об участии российских военных в операции в Сирии полностью доступна для всех. Все, что делается в связи с нашей реакцией на обращение сирийского руководства об оказании военной помощи в борьбе с террористами, является достоянием гласности. Ежедневные, порой даже неоднократные брифинги по линии Министерства обороны, четкая информация о том, какие цели, какие силы и средства задействуются в поражении этих целей, какие результаты авиаударов по объектам, контролируемым террористическими группировками. И скажу вам честно, я как-то не слышал о планах противодействия нашей работе в Сирии со стороны Соединенных Штатов Америки или кого бы то ни было еще. У нас установлены контакты с американцами по данному вопросу. Контакты более тесные есть с Ираком, Ираном и Сирией. В Багдаде продолжает работать информационный центр. В ближайшее время должны начаться консультации о координации действий с Израилем. Об этом Беньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN. С момента начала российской операции в Сирии заметно изменилась тональность в выступлениях европейских политиков. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус признал, что бороться нужно со всеми террористическими группировками. Когда вы сказали, что надо бомбить только исламское государство, вы не забыли о других террористах, таких как Анусра? Конечно, вы правы, это серьезный вопрос. Исламское государство и другие террористические группировки. И вы правы, что в список надо добавить Джабхат ан-Нусра. Президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телевидению заявил, что готов к политическим реформам и даже к отставке, но только после того, как будет устранена угроза Сирии со стороны террористов. Будущее Сирии будет определяться на основе политического диалога и всенародного референдума по новой конституции. И я и правительство будем придерживаться этого пути. Но к диалогу можно будет приступить только после победы над терроризмом. Если мой уход — это решение, я без сомнения сделаю это.
Между тем, боевики так называемого исламского государства продолжают уничтожать мировые памятники культуры в Сирии. Сегодня стало известно, что они взорвали античную триумфальную арку в городе Пальмира. Власти Сирии надеются, что спасти остатки Пальмиры еще можно, если армия при поддержке российской авиации ускорит наступление. Тимур Сиразиев, Первый канал.